красоты! Я тебя знаю! Значит, я попаду в ролик. Что я надел? Я бы тоже дала. Да ну, можно сфоткаться? Ну подожди, спой еще какую-нибудь песню. И пропадает миллионы навек, когда-то по щекам твоим слезы. Подпишись, добьем миллион и сделаем чудесный розыгрыш. Всем привет, это Хижина Музыканта, меня зовут Раиль. Добро пожаловать на мой канал, если вы здесь впервые, подпишитесь обязательно, влепите колокольчик, идем к миллиону подписчиков, ребят, до Нового года. Я думаю, нам это удастся сделать. Только на этом канале вы сможете послушать современные песни под гитару, пики их популярности. Ребята, этот выпуск мне дался очень сложно, я его записывал 2 дня, по 5 часов, я очень сильно устал. И хочу, чтобы вы просто поддержали меня лайком, комментарием, а также подпиской на канал. В любом случае, в конце данного видео по традиции разыграю 3 видеокурса в мою школу гитары и вокала. Давай сыграй. Что? Назови 3 песни. Свою любимую песню сыграй. Не, а давай ты уже 3 назовешь, и если я не спою одну из них, я скину тебе 100 рублей. Хорошо. Чё нам тот чувак играл на гитаре тоже? Он играл нервы, этот... Что-то... И пропадает в миллионах навек, когда-то он самый дорогой человек. Да? Ешь сыграть? Ну, если сможешь, давай. И пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубоко рано, забывает друг друга по ранам. И пропадает в миллионах навек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубоко рано, забывает друг друга по ранам. Задержи дыхание на миг, ощути, какая глубина. В моей голове идет война. Я не принимаю ничего из того, что чувствую сейчас, проводив тебя в последний раз. Блин, ну ты крутой вообще. Еще и качок, классно вообще, блин. Хижина Музыканта. Привет. Привет, как, привет. Как прогулочка, холодно же, ты чё? Да, очень холодно, согласна. А в каком городе гуляешь? Мурманск, Мурманск. О, тогда втройне холодно. Да, мы северные дети, девушки. Ну, терпишь, да? Да, терпила. А песни, может, тебе что-нибудь спеть, чтобы согреть? Давай. Давай. Отпусти ко моим слезы, это твоя вина. И на кой черт эти розы? Очень красиво поешь и играешь тоже. Спасибо. Оставишь свою инсту? Давай, сейчас напишу. О, гитарист! Я тебя знаю! Да? Раиль! Да. Раиль, красавчик! Я смотрел твои выпуски, красавчик! Ты, блядь! Подожди, можно я скрин сделаю? Можно давай. Раиль, я твои песни слушаю, я у тебя Макс и Коржа, я у тебя научился на гитаре играть. Вообще, я много песен у тебя научился играть. Я не знаю, я тебя респектую, я у тебя видео смотрел, я вообще у тебя попадал, ты вообще красавчик просто. Спасибо большое. У тебя большое будущее, Раиль. Приятно. Блин, ты откуда сам? Вот, если честно, я с Республики Башкортостан, работаю на севере, вот участком работаю я. Понятно. Блин, давай сыграй что-нибудь, вообще, ты так классно играешь, я видел, как ты на улицах играешь, вообще, блядь, Раиль, вообще. Шантаж, сыграй, пожалуйста, по-братски, а? Я у тебя шантажи учил. Давай. Блин, Раиль, я тебя люблю просто, вот, ты крутой вообще. Вот это новость, меняется лицо, дозвониться копам пары по надо. Что делать, цель любимая, я задержусь, прости. Позвонил друзьям, сказал расклад. Говорят, не плати, но тлеет на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж. Селяви, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. По любви, но тлеет на столе.
столе шантаж. Селяби, все, что захотим, отдашь. Все, что захотим, отдашь. Блин, Раиль, ты вообще красавчик. Умеете, могете. Спасибо, тебя же выпуск, наверное, нельзя вставлять, потому что, ну, типа, погоны служишь. Да похеру, похеру вставляй. От всего МВД Российской Федерации тебе вообще респект большой. Приятно, спасибо большое. Давай, успехов вам. Наверняка и ты уже решился научиться играть на гитаре, но не хочешь париться, изучая эти самоучители, видеокурсы, копаясь в книгах. И выход есть. Просто скачай на телефон приложение Timbro, и оно будет само вести тебя от упражнения к упражнению. Допустим, я хочу разучить мелодию «В пещере горного короля». Но прежде чем приступить, нам сначала дается 5 упражнений, которые подводят именно к этой мелодии. Их-то мы сейчас и проиграем. Все? В принципе, разучил. Ссылочка на приложение будет в описании под видео. Качайте, играйте и наслаждайтесь. Привет. Спасибо, Максик. Смотри, смотри, смотри. Подожди. А, убери. Убери. Зайка, да? Нет. Я бы тоже дала. Ой, все, прости, это. Я еще не спел, куда вы собрались давать, ну? Да похуй вообще. Давай пой. А что ты хочешь? Что любишь? То, что я люблю, ты не сыграешь. Думаешь? Черные глаза. А, я понял тебя. Ну, примерно кое-что есть такое. В дым на длину, в угаре пьяном, жизнь моя пошла по ресторанам. Грустный саксофон тоску нагоняет, и твой образ предо мной всплывает. По ресторанам тебя ищу, тебя забуду. По ресторанам тебя найду и потеряю. Ты хочешь жениться? На тебе? Да, давай. Давай. Когда пойдем? Привет. Привет. Мы сегодня не виделись? Нет, сегодня не виделись. Ага, тут чувство, что я тебя сегодня уже видел. Замылились, знаешь. Будем петь? Я не умею петь. А эту песню узнала, знаешь? Мари. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочки в школе. Ты менялась на моих глазах. Мы не виделись так долго, и ты мне не верила. Скурина, стейна, что я наделал? Но жизнь на перилах подъездного времени. I don't wanna die, но теперь давай. I don't wanna rock you, I don't wanna fuck you. I don't wanna die, I don't wanna die. Очень классно, это, блин, ты очень красиво поешь. Поразительно. Спасибо. Это я вам эту первую песню, точнее, вам впервые спел эту первую песню. Я запутался. Ну, вообще, я ее, в смысле, никому не пел. Это очень мило. Ну, подожди, спой еще какую-нибудь песню. Какую? Какую хочешь.
Ну, давай, Коржа, раз уж на то пошла. Я учу новую песню. Ее виной называется. Не знаю. Ну, это его новая песня. Орлы на месте, от жары тает весь, не поверь, еле живой, я лезу в ванну, парни, ответьте, девочку мечты я встретил, но ее виной, я здесь буяню, свистать всех пулей, полыхает дом, начинается буря, в города отправляемся светом и звуком. У нас тут что-то вроде института культуры. Мы не минимал, делаем мутим хардкор. Штаб-квартира с теми, кто подняться готов. Под утро провожают полусонный подъезд. На Грушевке мне как-то стало шумно и тесно. Привет, Лена, Малиновке жарко. Народу гуляет по паркам. Ни погоды не бывает, тут сон пропадает. Ночной минт шумит, манит, ранит. Куча девчонок рутся в круг. Куча девчонок, с ними не будет групп. Вот был увидал я среди них одну. И пацаны пешки идут ко дну, хватайте. Блин, классно. Ее вино, я же ее себе скачаю, чтобы не забыть. Но это самая длинная его песня, мне кажется. Прям очень длинная. Столько куплетов. Хижина музыканта. Привет. Привет. Назови какую-нибудь песню, спою тебе. Я даже не знаю, какую песню называть. Любимые есть? Ой, вкус. А любимых нет, да, у тебя? Нету. Все любим. Я люблю Джонни. Джонни? Да. Давай. Спою тебе Джонни. Все без тебя не так. Лечит тебе словно комета. И даже под дулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя, я. Ведь без тебя дико мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Очень красиво. Спасибо большое. Ты безумно талантливый. У тебя есть свой канал, нет? Вот это поворот! Ну да, развиваю один. Ты сейчас тоже снимаешь? Ну да. Значит, я попаду в ролик? Да, если хочешь. Хочешь? Очень. Вот это поворот! Хорошо, ставлю. Хижина музыканта называется канал. Хорошо, я подпишусь. Здорово. Привет. Стримишь? Блин, сейчас, подожди, я маленько потерялся, короче. Хижина музыкантов, да. Да, да. Рад, что знаешь. Я тебя смотреть начал, когда у тебя еще 1030 было. Еще с видоса, который хайпанул медлячок, чтобы ты заплакал, там дофигища видосов было. Я баста выпускной ты пел. И я, типа, потихоньку учился, только единственное, я, короче, пытался вокалом заниматься, но это что-то не пошло. Ну, это много времени надо уделять. И ты, типа, не поешь сейчас, да? Ну, так, типа, что-то средненькое. Там в основном на SMC, типа, там... А, наиграешь что-нибудь или зачитаешь? У них все будет не как у всех. На планете не найдется прекрасней пар. Но сейчас она не держится в полосе. Шкале толка тестер пищит радар. Че, как вечер? Здрасте. Привет, нормально, хорошо, неплохо. Не переключай. Да? Она что-то тебе сказала на ушко. Я поцеловала ее. Будем песни петь? Или конечно. Да, давайте. Чё, поем? Да, что хочешь. А как тебя зовут, извини? Раиль. Чё вам спеть-то? Комету, что ли? Ой, нет, не надо. Давайте что-нибудь нормальное. Что для тебя нормальное? Давай назови три песни, я что-нибудь из этого спою хотел. Ну, давай что-нибудь из старых песен. Там Цоя спой. Цоя? Да. Ну, давай. Восьмиклассниц, знаешь? Прям аккорд этот взял, ты прям... Давай, давай, вовремя. Да. Пустынные улицы, вдвоем с тобой куда-то мы идем. И я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем кино. А я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница,
Блин, классный ты. Спасибо. Спасибо, что поднял настроение. А то тут, блядь. Нет. Блин, мне кажется, я тебя знаю. Откуда? Очень знакомое что-то лицо. Да, и путают уж вечно меня с одним пареньком. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую. Который видосы записывает здесь вечно. Но это не я, к сожалению. Да, ну тогда сказала мне на ужин. Да, хорошо, отец, чё? Чего? У нас вот любитель блогеров, в общем-то, именно который... Я шучу уже, ну боже. Не ты, ладно. Ну да, видишь, ошиблась бывает. Да, ну все, тогда удачи тебе. Вам тоже. Да, спасибо за песню еще раз. Да. Очень клево играешь. Я тоже хочу научиться, но что-то руки не доходят. Заходи на канал Хижина Музыканта, там уроки есть. Я вот по ним учусь, кстати. Что? Хорошо, спасибо. Да. Удачи тебе. Подпишись, добьем миллион и сделаем чудесный розыгрыш. Ну а сейчас мы разыграем 3 видеокурса в мою школу гитары и вокал. Если вы хотите поучаствовать в этом розыгрыше, то нужно подписаться на канал, включить колокольчик, оставить интересный комментарий и поставить лайк. В следующем выпуске разыграем. Погнали! Итак, копирую ссылочку крайний чат рулетки. У нас 1300 комментариев. Перехожу на сайт Uncle Group, рандомайзер, вставляю ссылочку. И сейчас определим 3 победителей моих видеокурсов по гитаре и вокалу. Первым победителем становится Red Wings. Раиль, почему ты не участвовал на голосе или на X-Factor? Бро, я бы участвовал, если бы... увидел, что идет кастинг, а то я все пропустил. Вторым победителем становится Элдин Мангуш. 10-0, девушка классно спела. И третьим победителем становится Шиканара. То чувство, когда ты успеваешь раньше уведомлений. Красавчики, ребята, напишите мне ВКонтакте, я вам вышлю видеокурсы. Привет. Пипец, ты на коржа похож. Привет, чё? На коржа похож, говорю. Знаешь такого артиста? Ну, знаю. Ничего Макс себе. Корж. Да. Ты так как-то сидел так полубоком, я такой, нифига себе, думал. Спасибо тебе за подписку и не забудь поставить колокольчик. Да ну, можно сфоткаться? Да, Книжный музыкант, я смотрел тебя сегодня. Круто. Да ну, нифига, я даже не верил. Капец, можно сфоткаться? Чё? Да, делай скрин.